Это программа «День с толком», в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 40 за, 26 против. Алтайские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах. Хруст костей. Почему в травмпункт попадает все больше пациентов? Дорога домой. Погибшего на войне алтайского солдата похоронили спустя 80 лет. Алтайские депутаты большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов. Сегодня в краевом парламенте подвели итоги опросного голосования. 40 народных избранников выступили за введение QR-кодов, 26 против, один депутат не голосовал. По словам председателя АКЗС Александра Романенко, все, кто поддержал проект, повели себя ответственно. Сейчас не время популистским заявлениям. Результаты голосования отправят в Госдуму. Так сделают все региональные парламенты страны, чтобы федеральные парламентарии учли мнение региональных коллег. Алтайский край направит в Москву 11 предложений по работе системы QR-кодов. Среди них альтернатива QR-коду – справка о высоком уровне антител или отрицательный ПЦР-тест, определение конкретного списка мест, где нужен пропуск вакцинации, установление единого срока действия кода для привитых, переболевших и тех, кто имеет медотвод. Добавим, рассмотреть законопроект о QR-кодах и депутаты Госдумы должны до конца года. Полпред президента в Сибири Анатолий Серышев во время рабочего визита в Алтайский край посетил завод «Ротор», одно из ведущих промышленных предприятий региона. «Ротор» – один из удачных примеров того, как по поручению президента заводы оборонно-промышленного комплекса работают на гражданский сегмент. 40% от общего объема продукции поступает в магазины. Бытовая, медицинская техника, аппараты для сельского хозяйства не раз проходили в конкурс «100 лучших товаров России». Вместе с тем Анатолий Серышев и губернатор Виктор Томенко осмотрели цеха, где производят приборы для судостроения, детали для авиации и ракетного вооружения. Эксперты поясняют, что этот визит высокого гостя был ознакомительным. Анатолия Серышева назначили на пост полпреда президента в Сибири в октябре. Первое посещение Алтайского края позволило собрать информацию о нашей территории. Виктор Томенко доложил полпреду о ситуации по коронавирусу. Серышев рекомендовал проанализировать ограничительные меры и усилить контроль за ними. Также губернатор рассказал о реализации нацпроектов и социально-экономическом развитии региона. Затронули и злободневные темы – обеспеченность края углем, выдачу жилья детям-сиротам, уборку твердокоммунальных отходов. На ближайшей сессии АКЗС, которая станет последней в этом году, депутаты планируют рассмотреть 6 проектов законов и 13 проектов постановлений. Об этом стало известно на заседании правительства региона. Что еще обсуждали на заседании и почему губернатор края остался неудовлетворен докладами министров, расскажем далее. Вопрос, который занял больше часа и ни к чему не привел. Реализация федерального закона об отходах производства и потребления в регионе стала главной повесткой заседания правительства. По оценкам экспертов, осталось чуть больше года до того момента, как мусорный полигон в Барнауле окончательно захлебнется отходами. Но в крае по-прежнему нет ясности, что же будет дальше. Тем более, уже сегодня сам факт расположения полигона на территории города противоречит всем нормам. Президентом Российской Федерации определена задача по созданию устойчивой системы обращения стыковок к 2030 году. Для ее совместного выполнения на территории края необходимо обеспечить сортировку отходов в объеме 100%. Сегодня в Барнаульской зоне раздельный сбор бумаги, пластика и металла осуществляется только юридическими лицами. Для создания устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами необходима организация работы по строительству нового полигона ТКО с комплексом по сортировке. Как все это будет реализовано, пока непонятно. Доклады министров профильных ведомств, Минстроя и Минприроды не удовлетворили губернатора. Виктор Томенко не услышал конкретных предложений по созданию полигона, сортировке отходов, в том числе строительных и производственных. А ведь федеральный закон накладывает определенные обязательства, которые региону придется выполнять. Что будет делаться с тем, что отсортировано? Что с ним должно делаться? Он в пластик должен превращаться. Он выжигаться должен, в воздух вылетать. Еще что-то должно делать. Ну, как бы хотелось бы это понять. Кто это будет делать? Что мы сделаем к 23-му году, к 25-му году, к 30-му году? А мы же пока с вами говорим, там что-то должно быть, а как это будет, мы пока не знаем. В бюджете денег не предусмотрели. Значит, муниципалитеты в части той работы, которую они должны делать, отказываются ее выполнять.
Сырые доклады губернатор отправил на доработку. Вопрос будет поднят еще раз на следующем заседании. А сегодня в правительстве обсудили еще одну тему – ближайшая сессия КЗС. На ней планируется рассмотреть 6 проектов законов и 13 проектов постановлений. Также депутаты обсудят план работы на первое полугодие 2022 года. Добавим, последняя в этом году сессия Алтайского заксобрания состоится 16 декабря. Ирина Корчагина, «День с толком». Сборку белорусских лифтов планируют организовать на Алтае. Руководство нашего региона и соседней с Россией республики обсудили совместный проект. Несколько лет назад в крае решили локализовать производство лифтов. Все это время выбирали партнера для этого проекта. В итоге остановились на компании «Могилев Лифтмаш», которая работает больше полувека. Представители края объясняют экономический эффект от сотрудничества так. Использование действующих компаний, догружая их производство, позволит получать качественные и недорогие комплектующие. Плюс это поможет с установкой новых лифтов в строящихся жилых домах и с заменой старых. К другим темам. В Алтайском крае выросло число пациентов с переломами костей. Причина банальна – гололед. К слову, чаще всего жители региона травмируются во дворах и в проездах между домами. О том, как избежать падения, в сюжете Софии Яценко. Ну, повредила, упала очень неудачно. В течение двух дней беспокоит. Опухоль и синева. От простого ушиба до открытого перелома. В разгар гололедного сезона в отделениях травматологии ажиотаж. В среднем каждые сутки врачи принимают около 30 пациентов. В Алтайском крае травмоопасный сезон начинается глубокой осенью. Число пациентов с переломами в это время вырастает на 25-30%. К слову, весной ситуация еще хуже. Травм становится больше в два раза. Что касается зимней статистики, только за последний месяц от гололеда пострадало порядка 500 человек. Самые частые травмы – переломы лодыжек, голеней, рук и шейки бедра. Причем последние наиболее проблематичны в плане лечения, особенно для пожилых людей. Во-первых, человек не может самостоятельно передвигаться. Во-вторых, когда в пожилом возрасте он уже имеет определенный букет сопутствующей патологии, это и сахарный диабет, и гипертоническая, и, может быть, в инфаркте перенесенные инсульты, инфаркты, к подобным рода операциям, как эндопротезирование, мы подходим очень тщательно. И иногда не имеем возможности их провести из-за тяжести сопутствующей патологии. Однако, по словам врачей, в последнее время большая часть пациентов – молодежь, а не пожилые люди, как было в прежние годы. Такую тенденцию, по мнению специалистов, вызвала пандемия. Пенсионеры стараются все чаще самоизолироваться, а молодые по-прежнему активны. Оттого и переломы у последних случаются чаще. Возвращалась с магазина, переходила дорогу на перекрестке. Одну дорогу перешла, начала сворачивать на другую и упала. Вызвали скорую, прохожие люди, вот, и меня отвезли сюда. То, что случился перелом, девушка поняла сразу. Нога была вывернута, онемела и болела. Сейчас пострадавшую готовят к высокотехнологичной операции – остеосинтезу штифтом с блокированием. Это современный метод лечения, позволяющий вдвое сократить период восстановления. Однако не все обращаются за помощью сразу, что нередко усугубляет ситуацию. Отсроченный метод лечения, он влечет уже более глубокие последствия. Поэтому, если падение произошло, то в первые сутки, ну, крайний срок вторые, лучше обратиться к медикам. Избежать травм на льду, считают специалисты, поможет отказ от каблуков в зимнее время и более медленная ходьба. Не стоит также держать руки в карманах, чтобы была возможность сохранить не только равновесие, но и здоровье. София Ценко, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле прошла церемония передачи останков алтайского солдата Великой Отечественной войны. Иван Шумихин пропал без вести в 1942 году. Его останки были найдены в августе в Калужской области поисковиками отряда «Эхо войны». Как выяснилось, он погиб от минометного обстрела. Красноармеец Шумихин продолжал защищать наше отечество в жестоких боях под Калугой, отвлекая своими контрнаступлениями войска, которые находились на Калужском фронте. Поисковики восстановили часть документов, что были при солдате. Это партбилет на имя Ивана Федоровича Шумихина, карточка члена общества «Красный крест», платежная квитанция в Змеиногорск, а также карточка члена Союза воинствующих безбожников СССР.
По базам данных Министерства обороны удалось выяснить место призыва Шумихина. Год его рождения – 1894, и воинскую часть – 608-й полк 146-й стрелковой дивизии. Правнук героя, который вернулся на родину спустя 80 лет, намерен личные вещи прадеда передать в один из музеев края. Прошло уже почти век с окончания Великой Отечественной войны. Солдаты все продолжают возвращаться с этой войны. Как говорил Александр Васильевич Суворов, война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Благодаря поисковикам дата окончания, как бы сказать, этой войны все становится все ближе и ближе. Останки Ивана Шумихина захоронили на Власихинском кладбище Барнаула. Молодежка ОНФ провела акцию по сбору макулатуры «Бумбаттл». На время мероприятия в Барнауле запустили два новых пункта приема отходов. Точки сбора работали на спортивной площадке общежития классического вуза и у общежития строительно-технического колледжа. Принести ненужную бумагу, картон или газеты мог любой желающий, но большинство участников акции – студенты и общественники. Это же вклад не только в будущее с точки зрения воспитания. Вон, посмотрите, вот они, деревья растут. Вот сейчас мы это привезли, когда все это будет сдано, там легко посчитать, 100 килограммов где-то макулатура экономит. Сохраняют одно дерево, спасают его от вырубки. Всего за время акции собрали свыше полутонны бумажных отходов. Победителями в сборе макулатуры стала группа студентов строительного колледжа. Ребятам удалось привезти 300 килограммов бумажных отходов. Все они отправлены на переработку. В Барнауле покажут зеленые документальные фильмы. Задаться вопросом, а что я могу сделать для природы, можно будет уже на выходных 11 и 12 декабря. В эти дни Гмилика будет принимать фестиваль «Живая природа Алтая». Посетители ждут короткометражки на темы климата, защиты животных, золотодобычи и не только. Помимо показа фильмов, на фестивале пройдет целая дискуссионная программа на тему изменения климата в Алтайском крае, избыточного потребления и сортировки отходов. Все желающие смогут пообщаться с приглашенными экспертами и задать свои вопросы. Все показы и лекции бесплатны для посещения. Однако для входа потребуется регистрация, которую необходимо пройти заранее. Оставить заявку на участие и ознакомиться с программой фестиваля можно уже сейчас. Вся информация представлена в соцсетях организации «Мусора больше нет. Барнаул». И снова об экологии. Одеяло из овечьей и верблюжьей шерсти, бамбуковые подушки, постельное белье из хлопка высокого качества и многое другое. Далее расскажем об алтайской компании, которая вот уже как четверть века производит текстиль для дома и может похвастаться не только качественной продукцией, но и безотходным производством. Они работают, чтобы другие крепко спали. Группа компаний «Свит» уже более 25 лет на рынке легкой промышленности. Коллектив предприятия, а это более 300 человек, за долгие годы работы профессионально и качественно изготавливает огромный ассортимент текстиля для дома. Всего более 1000 наименований. При производстве используются только качественные натуральные материалы. 100% хлопок, овечья и верблюжья шерсть, бамбуковое волокно, специальные био- и микроволокна для аллергиков. И благодаря профессионализму сотрудников, современному оборудованию и качеству материалов, компания по праву заслужила бренд «Сделано на Алтае», который говорит об отменном качестве выпускаемой продукции. Все товары продаются по доступным ценам. В этом покупатели могут убедиться сами в магазинах «Дрема». «Свит» – это уникальное производство за Уралом, оснащенное передовым оборудованием. Фабрика оснащена современным цехом покраски тканей и цехом производства белья. Над разработкой дизайна продукции работает целая команда профессиональных художников, которые прислушиваются к пожеланиям заказчика и новым тенденциям. Ведь процесс производства проходит полный цикл. Начиная от дизайна до упаковки, здесь все свое, алтайское. За год предприятие выпускает более 3 миллионов изделий. Перед тем, как попасть на полки магазинов, вся продукция проходит строгий контроль. Сырье только от проверенных поставщиков. Вся продукция соответствует ГОСТу, ведь фабрика дорожит своим именем и качеством. Компания имеет свои представительства во многих городах страны и за рубежом. Это тысячи довольных покупателей. «Свит» знает, как обеспечить здоровый и крепкий сон, а также сделать ваш дом уютным на долгие годы.
И к новостям спорта. Баскетболисты Барнаула завершили домашний тур Суперлиги 1 поражением от Уралмаша. Гости взяли игру под свой контроль с первых секунд и в таком же темпе вели встречу до финального свистка. Почему тренерский штаб спокойно воспринял это поражение, расскажет Дмитрий Дроздов. С таким выражением лица я просидел весь матч, начиная с первых его минут. А к середине первой четверти гости вели уже плюс 10 очков и весьма комфортно себя чувствовали. Хозяева же пытались скрыть кольцо Уралмаша, но госпожа удача, видимо, совсем от чего-то обиделась на хозяев игры. И те лишь изредка забрасывали мячи. А того и болельщики были сдержаны на эмоции. Первая половина игры полностью по сценарию гостей. 5-22 и 16-22. Однако тренерский штаб Барнаула сохраняет спокойствие. К такому ходу игры были готовы. Хотели давать бой, но все понимали, да, что может быть и такой счет. Ребят предупреждали, чтобы носы не вешали, чтобы наши игры чуть впереди. Даем бой, хорошо выигрываем, еще лучше. Как бы, но у нас свои задачи. Наши игроки заранее разработали план на игру, но по словам тренерского штаба, натиск атак ни фолами, ни защитой сдержать не смогли. Отсюда и огромное преимущество на старте игры. Барнаульские болельщики, несмотря ни на что, поддерживали хозяев. И в третьей четверти Барнаул даже на один отрезок перевернул игру. Счет начала второй половины игры 16-26. Отрыв сократили, и появилась надежда на яркую заключительную четверть. Настраиваются, наверное, на команды, ну там, да, уровня, ну там топ-4, давайте будем говорить. И, конечно же, проявить себя на фоне, это заявить о себе. Что, в принципе, в третьей четверти, наверное, и произошло. Ну вот, ну, спасибо команде, сохранили хладнокровие. Интриги не случилось. В заключительные 10 минут поединка Барнаул всеми силами рванул было вперед, но на результате это особо не отразилось. Четвертую четверть гости выиграли 31-19. Общий счет матча 91-66. И в целом можно было вернуться в игру, где-то мы хороший отрезок дали, там сократили, но потом с опытными игроками они подсобрались, и уже в конце на эмоциях мы навалились, но ничего страшного, как бы бились до конца. После этого матча Барнаул опустился на 9-е место в таблице. Впереди выезд на восток. 15 декабря матч во Владивостоке с «Динамо», а 18-го встреча с иркутской командой. А вот последняя игра этого года пройдет дома. 25 декабря Барнаул встретится с Новосибирском. Надеемся, на этой встрече госпожа удача улыбнется уже нашим. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!